Приехали мы снова на квартиру. Сегодня 17 октября. Все у нас выглядит примерно вот так вот. Практически все отшпаклевали. Но что-то нам не повезло как-то с рабочими изначально. Вот, и пока все немножечко зависает. Так вот, здесь уже установили инсталляцию. Пока стоит старый унитаз. На кухне все вот так вот. Немножко переделали розетки, поэтому тут пришлось раздолбить пол. Вот. В принципе, электрика везде практически готова, кроме как на кухне. Вот, по потолку уже развели. Наша комната единственная, полностью готова. Так вот все выглядит. И зал. Тут мы уже купили ванну, она стоит в центре комнаты. Сейчас покажу вам немножечко еще балкон. Показывала. Утеплили потолок. Все заштукатурили. В общем, пока как-то так. После больше половины ремонта мы решили защитить наши подоконники. Закрываем картоном все подоконники. Вот таким образом. Тут, кстати, у нас осталась одна единственная розеточка под посудомойку. Вот тут вот она находится. Осталось заделать вот эти вот трубы, которые видно. Вот. И тут, в принципе, еще один раз шпаклевкой. И кухня готова. Дом, милый дом. И мы снова в Сатурне. Покупаем кучу всего. Я несу сейчас а-ля гофру для наших труб в санузел. Покупаем гипс, едем на квартиру. 22 октября. Оставалось 2 недели до завершения работ. Но ими не попахивает. Снова мы в Леруа Мерлен. Купили ванну примерно 3 недели назад и забыли купить к ней ножки. Поэтому 11:30 ночи мы снова приехали сюда. Такую ванну мы купили, только она будет длиной 1,70 м и шириной 70. Обычная, без ручек, без ничего. Стоит она 32 713. И сейчас мы покупаем ножки, они стоят 1970 рублей. Вот такая вот красотища скоро у нас будет. 2 недели назад выбирали обои. Сейчас вам покажу, что есть тут из ассортимента, где мы ходили. Такая вот тут красота, огромная палитра цветов на любой вкус. Вот так вот все. Сейчас вам покажу, что мы выбрали. Так. Мы выбрали фирму Marburg. Вот так вот выглядит фирма. Вот ее цвета. Их тут море. Море красиво. Можно делать акцентные стены. Целая такая комната огромная. Выбором обоев, разные текстуры, разные рисунки. Вообще красота, огромный выбор. Да что-то есть по скидкам, что-то без скидок. В общем, мы выбрали вот эти вот обои. Сейчас я выпрямлю, покажу. Они вот такие вот, но здесь видите, они помяты немножко, но они такие вроде как бело-бежевые с такой вот орнаментом.
Очень красивые обои. Так. Сейчас вам покажу. Паш, там уже коробки упаковывает. Совсем скоро. Надеюсь, начнут клеить обои. Мы будем очень рады уже ехать. Паша увез. Стоял тут с корзиной. Повез, значит, вниз. Как он уехал? Наверное, на лифте. Здесь вот куча света. Ковры. Я вам снимаю из торгового центра XL. Это Мытище. По Ярославскому шоссе, недалеко от Москвы, прямо от МКАДа. Здесь много плитки, двери на первом этаже. Тут свет. Все, что хочешь, можно найти. Вот. Здесь мы покупали обои как раз-таки на всю нашу квартиру. Вот так вот. Сейчас приехали в Леруа. Покупаем плитку. Плитку на фартук на наш, на кухонный. Вот. Ходили, выбирали, выбирали. Тут есть вот такой вот кабанчик. Разный. Есть разные виды исполнения мозаики. Вот. Много где смотрели различных фартуков. Как-то нам ничего особо, так скажем, в глаза не бросалось. Вот. И решили взять вечно живую классику. Вечно живую классику. Вон тот верхний матовый кабанчик. Вот так вот на этом наш выбор остановился. Сейчас возьмем 4 упаковочки и счастливо уже поедем на квартиру отвозить. Сейчас там ложат плитку уже в ванной комнате. Заодно вам покажу, что там сейчас происходит. Почти все купили. Почти, почти ничего, почти когда-то делают. Представляешь, ты будешь это смотреть через полгода и говорить, эх, какие были времена. Или... так, слава богу, они прошли. Ладно, мы поехали. Тут у нас теперь куча-куча всего с собой. Сейчас будем есть лепешку. И едем на квартиру, где я вам покажу, что там сделали наши плиточники. Приехали на квартиру. Тут уже у нас плитка кладется. Вот так пока это все выглядит. Здесь специально вот выступ сделали для ног, чтобы можно было удобно подходить к ванной. Так вот. В туалете уже сделали короб для инсталляции. Здесь будет полочка, а дальше дверцы. Вот так вот пока все это выглядит. Вот бывает иногда. Катится назад. Слушай, бери свой телефон. Приехали до заправки. А, дизель-то закончился. Да. Короче, в итоге приехали туда, где нет дизеля. Победители по жизни! Включение из Леруа. Сегодня я пока приехала одна. Сейчас выбираю подвесные штучки всякие для ванной комнаты. Нужен подвесной подстаканник и подвесной дозатор для мыла. Нужен в черном цвете. Здесь вот есть такие вот интересные подстаканники. То есть не как стаканчик, а так вот интересненько выглядит. Но громоздко, конечно, для нашей ванны. Поэтому брать такой не хочется. Есть также вот разные крючочки черные. Всякого разного добра навалом. Кому нужно черное,
Вот что есть в Перуашке. Такие вот всякие штуки. В хроме. Вот. Понравилось очень держатель для туалетной бумаги. Вот так вот он применяется. Вот как он выглядит на самом деле. Но на самом деле как-то мне не нравится. Мне кажется, не очень он надежный, что ли, потому что вот эта вот штучка, где висит туалетная бумага, она очень хлипенькая. Да и вся конструкция хлипенькая. Вот, также тут есть вот крючочки разные. Для полотенец подставки, полочки. Все, что хочешь, есть. Вот. Ну, как всегда, того, что хочется мне, ничего не вижу. Ничего такого, чтобы приглянулось, нет, конечно. Самое красивое вот тут вот находится. Здесь вот всякие разные стаканчики на любой вкус и цвет. Такие вот красивые. Такие довольно тяжеленькие. Серенькие. Выбор красивый, но не подвесной, к сожалению. Поэтому, я думаю, буду смотреть на Wildberries или еще где-нибудь. Есть еще вот такая вот красота. Вот эти вот очень красивые наборы. Очень круто смотрится. В наш стиль, в принципе, вписываются вот эти вот дозаторы за 877 рублей. Вот такие вот мыльницы есть. И вот такой вот интересный подстаканник. Но... как-то не знаю. Слишком черный, мне кажется. Ох, как сложно вообще сюда выбирать. Многообразие выбора, конечно. Не знаю, даже хорошо это или плохо. Конечно, я уже запуталась. Купила утеплители для холодной и горячей трубы и для канализационной трубы. Для фекалки, чтобы не было слышно, как спускают люди. Вот, потому что мы плиткой закладывать не будем, мы будем делать дверки в этом месте. Вот. Сейчас поеду дальше смотреть. Еще мне нужно купить затирку для плитки и шпателя для плитки. Ну, тоже для затирки. Вот. Как что-нибудь найду, покажу вам. Тан помог выбрать затирку. Взяла затирку Церезит. Взяла первую SE40-01. Потом взяла SE40 серебряно-серый. И взяла SE40T60 шоколад. Вот, сейчас еще с Пашей обсужу. Мне кажется, нам нужно вот эту вот серебристую поменять вот на эту, вот на Багаму. Потому что плитка у нас, по-моему, была в теплых оттенках на стены. В общем, сейчас Паш приедет, будем думать. Опять я в отделе плитки. Сейчас пойду смотреть, что можно купить уже непосредственно, когда мы въедем. Не знаю, какой коврик взять, потому что есть всякие разные, что купить конкретно не знаю. Сейчас покажу, что есть. Потому что выбор большой, что брать не знаю. У нас был до этого самый обычный. Ну, как оказалось, дорогой. Вот у нас был вот такой вот, но только маленький. Вот, здесь только большие. Я думаю, можем взять вот такой вот. Но он большой, он 90 на 150 сантиметров. В общем, не знаю, надо думать. Надо думать. Такие вот варианты есть, но вот они маленькие. У нас был вот такой вот, только побольше. Самый обычный. Вот. Если у вас какие-то идеи есть, можете дать отзыв о ковриках, напишите, пожалуйста. Потому что я думаю, когда я выпущу видео, мы еще не купим коврик. Возможно, я прислушаюсь к вашему мнению. Можете скидывать фотографии.
того, что советуете. Я буду очень рада за помощь, потому что выбор огромный, а что брать, не знаю. Одел часов, посмотреть часы на кухню. Здесь такая красота и огромнейший выбор часов. Целая куча. Также куча рамочек, как постеры, пустые рамочки, в которые можно положить свои фотографии. Эта вот штука очень понравилась. Вот так вот выглядит. Очень красивая картинка. Качественная. Три таких больших круга. Здесь еще куча красивых штучек. Такая вот красивая будет на раковину куда-нибудь в ванную. Все, погружаем плитку. Ой, господи, клей для плитки. И на сегодня в Леруа, наверное, все. В итоге взяли клей для плитки, затирку, губку, чтобы отмывать, гофры. И все. Едем на кассу. Уже на балконе положили чуть-чуть плиточку. Так, выглядит красота. Ехали в Леруа сдавать плитку, которая у нас осталась. Чересчур много запасов взяли. 5 плиток деревянных. Осталась одна вот эта вот светленькая.